Рецепт самых правильных и вкусных блинов на масленице. Разогреваем молоко, чтобы оно было слегка теплое. Выливаем в миску и разбиваем туда 2 куриных яйца. Перемешивать рекомендую венчиком, так получится все эффективнее. Затем добавляем туда сахарный песок и обязательно соль. Соли не жалейте, так будут блины контрастнее и вкуснее. Затем добавляем в молоко с яйцами муку и замешиваем венчиком. Добавляйте на глаз. Консистенция должна быть не слишком жидкая и не слишком густая. Для того, чтобы ваши блинчики были пористые, красивые, с более выразительным сливочным вкусом, в конце вливается сливочное масло. И вот так вот перемешивается. Вот такая должна быть консистенция. Не жидкая и не густая. По классике сковородку смазываем картошкой. Оп! Жарим на сковородке с антипригарным покрытием. Ее нужно как следует разогреть. Смотрите, перед каждым блинчиком тесто еще раз перемешиваем с маслом и на горячую сковородку аккуратненько вот так вливаем. И равномерно распределяем. Опа, видите, масло начинает закипать и образуются поры. Вот такие дырочки. Буквально через минуту переворачиваем блинчик. И мы видим, вот эта первая сторона загорелая, карамельная, красивая. А вторая сторона должна остаться бледненькая, чтобы не пережарить блин.